Эй, 28 сентября в 12 часов дня все на ипподроме Акбузат, где пройдет заключительный отборочный 12-й этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Белебеевский, Гафурийский, Кушнаренковский, Хайбулинский и Янаульский районы. Жокеи-любители соревнуются за выход в финал. Живые эмоции и хорошее настроение. Призы от интернет-магазина «Алло». Осень обещает быть жаркой. Приходи, 28 сентября, 12 дня, вход свободный.